Девочки, доброе утро. Сейчас поедем в Челябинск. Я заходил в Пятерочку за шоколадкой и водой. Вот. Сейчас иду уже к автобусу. Какие дела, девочки? Не знаю, как все пройдет. Но как нам сказали, что мы вернемся к 9 часам. То есть мы в 10 уедем и в 9 вернемся. То есть, да. Так. Да, можно вещи положить. На колени. Да. Тут газ поступает. Снимай, пока можешь, сейчас окна запотеют. Реально я тебе говорю. Как в белой коробке будем ехать. Легендарный поворот, с которого выход. Все, окна потеют, Ваня. Так я тебе говорю. У меня даже стекло у телефона потеет. Водитель радуется, что хоть кто-то вызвал. Второй раз. Девочки, кошмар, через Чебаркуль поедем. А заглушки будут. Кошмар. В лагере, это, в профориентационном. Ну? Там, короче, нас учили делать закладки. Что? Девочки, ура! Челябинск уже видно. Да, я знаю. Что там делаешь? Снимаешь? Ты что там? Нет. О, Паша. На них самый богатый мужик. Кошмар. Такие, как Иван. Лента. Ее да, так эту ленту видно вообще прям капец. Да. Кошмар. Видимость 100%. Не, ну еще Челябинск самый газогазованный. Девочки, ничего себе, у нас тут прям не это, не МИАС уже, да? Уже Челябинск даже прям. Даже не Чебаркуль. Даже не Чебаркуль. А мы знаем, что Челябинск это МИАС. Реакция Саши на Челябинск. Красивый край. Господи, как дикие какие-то, первый раз в Челябинск приехали, как будто. Россия моя история. Россия моя история. Моя личная. Я за ней слежу. Ой, а все тут уже. Все уже тут. О, не заглотай, брат. Не ори. Ой, Иван, повинись, пожалуйста. Паша. Пушкинство. Да. Ё-моё. Что? Девочки, влог. Нет, правильно. Вот это сюда. Вот это учреждение почты, это что? Много того, что нет. 21 год. Ваня, тут сказали, дота есть, надо его как-то взломать. Да, 21 год прошла война, и нужны были современные деньги, то это от 5 тысяч до 15 тысяч рублей зачастую. Дальше за неуплату учебы была публичная сборка на школьном дворе. Жиза. Практика какая-то. Ар, я вам подскажу, ар. Ар. Арифметическая практика. Так. Арифметика. Ну что-то там, да, читается, Джоджи. И вот как раз-таки благодаря этому процессу обучения мы правителя самого царя. А также недалеко от Санкт-Петербурга. Девочки, очень интересно вообще.
Это не каток. Ой, девочки. Девочки, едем на Кировку сейчас. Б-класс. На Кировку едем в вкусный точка или в KFC, не знаю, что там будет, смотря. Все такие депрессивные какие-то. Кошмар. Все голодные в Анкере, а просто без сладкого не было. Девушки заходили в KFC, в общем, покушали. Ваня, помнишь? Максим, пойдем кушать. Вот. Двухэтажная. Максима я покушал. Да, мы все покушали, в общем, все. Надо топать в автобус. Да, и ехать на каток. Мама! Приличненько все, приличненько. В мясе такого нет. Ну-ка, давай кинцу. Потом. Девочки, красота вообще. Все, едем на каток наконец-то. Где мой рюкзак там? Где-то там, да? Прикол. Где-то там очень глубоко. Очень глубоко, да, Ваня? Это правда. Ваня, тормози, Ваня. Девочки, смотрите. Ну, конькобежные соревнования, походу. Ничего себе, они гоняют вообще. А это что, это типа лед или что это? Это лед. Ничего себе, лед. Хороший. Там фигуристы знают. 35-3, Корзонин. 2,6 проигрывает. Бегут. Девочки, уже катаемся. Дашенька. Кошмар. Я боюсь. Я уже давно не катался, целый год. Саша! Саш! Сколько раз падала? Я ни одного. Ну, Кирилл, профи. Чего? Ну, Дима, он как бы это сказать, небрежно. Я-то катаюсь. Пешо не езжу, мне ушам холодно. Я шапку не взял. Все, мы накатались уже. Я взял себе сок и круассан. И Кириллу воду. Хорошо. Все, у меня ноги отваливаются, мы 2 часа катались. Она сказала внизу, а где она сама? Я не удивлюсь, если это наш этот троллейбус. Кошмар. У меня такие ноги, как будто бы. Кем? Дурак дураком, а. Вообще. Нихера себе он открыт. Где он открыт-то? Сейчас подходишь, ты чё мои 40 рублей тут плескаешь? Плескает он тут. Извини. Не вини, извиню. Девочки, все, поехали. Выезжаем. Красота. Все, мы уже на выезде из города. Едем в Миасс. Вон она, эта лента, на въезде, которая... Ну, на выезде. У меня здесь дядя живет напротив ленты. Девочки встали в пробку, как всегда. Шок. Ты что, там на улице копил? Где моя куртка? Твоя куртка где-то далеко. Ванечка, на, подержи. Кого? Ты что, тихо? Время 7. Без 10:07. Мне холодно очень. Девочки, смотрите. Покажи. Вот, мы сейчас на этом же месте едем. Вот. Мы сейчас, походу, на этом месте едем. Мандарины все же. Вот, смотрите. Девочки, шок просто. Девочки, позже расскажу, что случилось. Смотрите, какая пробка большая в ту сторону. Шок, просто большая пробка в ту сторону. Чебаркуль проехали уже, все.
Сейчас уже приедем. Сейчас высадили около школы, я пошел домой. В общем, хочу рассказать все-таки, что произошло на трассе. То есть вот, это ситуация с аварией. В общем, ехала фура и перевернулась. Фура с мандаринами, девочки. Фура с мандаринами. Я не мог рассказать в автобусе. Я вообще в автобусе особо не снял, потому что у Павлика играли авторские права. И я не хочу, чтобы мне потом YouTube что-то предъявлял, поэтому я особо не снимал. В общем, ладно, не суть. В общем, суть в том, что вот, как бы, такое произошло. Мы поэтому стояли в пробке около 30 минут, то есть вот. Как бы тут ехать-то вроде, как два пальца об асфальт, но как бы мы стояли в пробке из-за этого, то есть. Девочки, такие дела. Ну, в общем, поездка мне сама понравилась. Все так интересно было, конечно. В музей сходили, на катке покатались. Ой, ноги у меня устали вообще. В общем, спасибо. То, что достучались мы до классного руководителя, и она нас вывезла туда. Вот, у нас было 3 класса, получается. То есть, ну, не 3 класса, как бы 3 группы из 3 классов. То есть, вот. Не весь же класс поехал. Да, девочка, такие дела. Смотрите, мое окно кухонное. Цветное. Ну, девочки, ладно. Что-то она мне, классуха, намекнула, что якобы мне завтра историю надо отвечать на вопросы. Ну, посмотрим, девочки, посмотрим. А, в принципе, только первый параграф, он такой легкий, вводный, поэтому, я думаю, не особо тяжело будет. То есть у нас курс истории Европы закончился, сейчас начался опять курс истории России. То есть вот он более такой странный. Ну, не то, что странный, как бы тяжелый.